Доброе утро! В эфире рубрика «Элементарно», и мы покажем вам, как сделать повседневную жизнь проще с помощью маленьких бытовых хитростей. Часто, когда вы хотите побриться, у вас запотевает зеркало, и сделать это у вас нет возможности. Протирать, оставлять следы тоже неохота. Мы покажем вам, как можно с помощью обыкновенной пены для бритья избавиться от этой проблемы. Для этого нанесите пену для бритья на ваше зеркало. Хорошенько разотрите. Хорошенько разотрите по всему периметру. Затем возьмем сухое полотенце и насухо вытрем наше зеркало. И теперь, что бы ни произошло, какая бы температура ни была в ванной, какая бы влажность воздуха здесь ни была, ваше зеркало всегда будет оставаться чистым. Элементарно!